спонсор программы – компания Dell Electronics. Посмотрите в окошко, видите, бабушки рядышком с дедушками на скамейках где сидят. Но это отнюдь не свидетельствует о семейных ссорах. Открывая секрет полишинеля, бабушки с дедушками в уютных диванчиках сидят перед телевизорами и ждут, когда же начнется наша программа, потому что музыки, как и любви, все возрасты покорны. Мы начинаем сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей сегодняшней программы. Наши игроки, они появляются в студии. Добро пожаловать, прошу вас, занимайте ваши игровые места. И мы начинаем, немедленно начинаем нашу программу. Уважаемые игроки, я уже трижды сказал нашим телезрителям, что мы начинаем. Мы действительно начинаем, но давайте я вас представлю. Итак, знакомьтесь, участник под номером один Валерий Пригоркин, город Москва. Фанат телевидения. Больше всего Валера любит красавицу жену, очаровательного сына, залихватские песни, шашлык на свежем воздухе и, конечно же, близких друзей. Валерий Пригоркин. Участница под номером два Оксана Заверюха. Город Черкассы, Украина. Оксана любит море, лето, ягоды, нашу программу, обожает петь, танцевать на дискотеках, общаться с интересными людьми, играть в азартные игры и фотографироваться. Оксана Заверюха. И участник под номером 3 Антон Катаев. Общительный и веселый. В списке его пристрастий: видео, путешествия, авантюрные приключения, автомобили, быстрая езда и наша программа. Антон Катаев. Уважаемые игроки, не поиграть ли нам, не поугадывать ли нам мелодии? Я уверен, что этого ждете вы, этого ждут все телезрители. Я объявляю начало первого тура. Итак, Валерий, у вас самая клетчатая рубашка, вы участник под номером один, ближайший ко мне. По этим трем компонентам я и даю вам право выбрать первую мелодию. Прошу. Хит группы 90. Хит группы 90, категория номер два, означает песни групп, популярных в наших 90-х годах. Нота, в которой бы вы хотели сыграть. Два. Нота номер два. 70 рублей за правильный ответ, а рубль в нашей сегодняшней программе будет равняться швейцарскому франку. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты стихли. Тишина на площадке, хит группы 90-х, нота номер два. Слушаем. Валерий, вы нажали кнопку? А я люблю военных. А я люблю военных, да, совершенно верно. Валерий, прошу выбирать. Та же категория. Хит группы 90-х, нота? Три. Нота номер три, 60 рублей, поехали. Антон. Не валяй дурака Америка. Не валяй дурака Америка. Действительно, хороший призыв и абсолютно верный ответ. Да, именно эта песня звучала. Ну что же, Оксана, ждем вас, ждем. Догоняйте мужчин, они уже впереди. Прошу, выбирайте, Антон. Хит группы 90-х. Хит группы 90-х. Нота? Один. Нота номер один. 80 рублей. Поехали. Оксана. А на войне как на войне. Я на тебе как на войне, а на войне как на тебе, совершенно верно. Да, группа Агата Кристи. Прошу, выбирайте дальше. Песни Николаева. Песни Игоря Николаева, категория номер три. Песни, которую написал композитор, замечательный певец. Еще более замечательный Игорь Николаев. Нота. Первая. Нота номер один, 50 рублей. Поехали. Оксана. Сейчас я скажу. Оксана, на меня смотрите. В зале вам никто не подскажет, я могу подсказать. Оксана, раз. Сейчас. Оксана, два. Оксана, идете по пустыне, пить хочется, видите, но это не то. Быстро, раз, два, три. Миражи, миражи, так называется. Оксана, на две мелодии я лишаю вас права участвовать в нашей программе. Пожалуйста, не уходите далеко, просто не нажимайте красную кнопку. Право выбора категории переходит к вам. Валерий, прошу. Все-таки хит группы 90. Итак, все-таки хит группы 90, последняя четвертая нота в этой категории. Поехали. Валерий.
Группа «Секрет», «Не говори мне прощай». «Не говори мне прощай», да, совершенно верно. Именно эта мелодия звучала. Итак, категория хит-группы 90-х. Под аплодисменты публики, которая аплодирует, аплодирует, аплодирует. Выбрана до конца. Прошу, убирайте дальше. Давайте попробуем семейный альбом. Семейный альбом, категория номер 4. Песни о родственниках, о семейных отношениях, о мамах, папах, дедушках, бабушках, может быть, даже о троюрных, четвероюрных братьях. Нота. Опять вторая. Нота опять вторая. 45 рублей. Слушаем музыку. Прошу, Валерий. Недавно у вас играли люди, да, которых вы отнесли к ансамблю «Кукушечка». А, то есть вы хотите сказать, что музыканты ансамбля «Кукушечка» играли, да, в моей программе? Нет, они выросли. Они выросли. А, выросли, да, совершенно верно. Бабушка и рядышком с дедушкой. Дедушкой. Да, 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 да. Угадано. Я прошу Оксану вернуться на свое игровое место. Две страстные мелодии пролетели. А Валерий, который продолжает грозить мне пальцем и рассказывать, что же было в моей программе, продолжает свой выбор. Давайте третью ноту в категории «Семейный альбом». Семейный альбом, нота номер 3, 75 рублей. Поехали. Антон. Дорогие мои старики. Дорогие мои старики, совершенно верно, да. Yes. Yes, yes, yes. Вот этот жест, победный жест продемонстрировал Антон и выбирает. Ну, откроем, пожалуй, «Розовый фламинго». «Розовый Первое. Фламинго», категория номер один. Песня о животных, песня о птицах, рыбках и прочей живности. Нотка. Первая. Нотка номер один. 40 рублей. Поехали. Валерий. Это, по-моему, горлица. Горлица, конечно. Именно на эту птичку, по-моему, я сейчас был похож, как две капли воды. Совершенно верно, это была горлица. Уважаемые игроки, на этом первый тур заканчивается. Заканчивается хорошо. Оксаночка, впредь поаккуратнее, и все будет совсем отлично. Через несколько мгновений увидимся во втором туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Да, второй тур не за горами. Ну что же, есть время потрясти гостями, расслабиться, сказать, мне хорошо, мне хорошо, мне весело. Я готов смотреть второй тур. Уважаемые телезрители, если у космонавтов и саперов принят так называемый обратный счет 5-4-3-2-1-0, пуск, то у нас все наоборот, у нас все по-нормальному, пуск уже был первый тур, а теперь второй тур программы «Угадай мелодию». Так, встречайте наших игроков, они появляются в нашей студии, давайте им поаплодируем, и у них все получится. Прошу вас, занимайте ваши игровые места, уважаемые игроки, и мы начинаем второй тур нашей программы. Уважаемые игроки, добро пожаловать во второй тур. Здесь-то и определится, кто уйдет в финал, кто один останется вне пределов, вне игрового пространства нашей программы. Ну что же, не будем думать о грустном, а будем думать об угадывании, о победе. Я объявляю начало второго тура! Лидером по итогам первого тура является Валерий. Валерий, вам выбирать, прошу. Группа «Браво». Группа «Браво», категория номер 4. Песни группы «Браво» с любыми солистами в любом составе. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Антон. Антон. Сейчас. На меня смотрите. И над землей летит. Но так песня «Браво». Но так и высока далека. И далека. Дорога, дорога в облака, совершенно облака! Верно. Конечно, конечно, конечно. Именно эта песня звучала. Антон, выбирайте, прошу. Хиты 90. Хиты 90, категория номер один. Песни популярные в 90-х годах. 50 рублей стартовая цена. Слушаем. Антон. Если не ошибаюсь, это Михаил Шафутинский. Да, совершенно «Две верно. Погасшие Две свечи». «Две погасшие свечи», конечно! Да. Прекрасно играете. Учитесь, учитесь, учитесь. Валерия, Оксана, догоняйте Антона. Он убегает далеко. Шибко, хорошо бежит. Прошу, выбирайте. Хиты 90. Хиты 90. Остаемся в этой категории и слушаем музыку. Валерий. Сергей Крылов, «Золотой фокстрот». «Золотой фокстрот», совершенно верно. Сергей Крылов, кстати, один из участников нашей программы. Как он здесь отплясывал на этом подиуме, мы думали, что он что-нибудь нам сломает. А не сломал, вышел в финал. Прошу, выбирайте. Хиты 90. Хиты 90. Хиты 90. В этой категории слушаем музыку.
Оксана! Среди белого дня. Ты обнимешь меня, совершенно верно, поцелуешь на глазах у всех. Этого, к сожалению, я вам обещать не могу, потому что работа ведущего имеет четкие границы. Оксана, абсолютно верно, прошу выбирать. Давайте браво. Давайте браво, категория номер 4, слушаем музыку. Валерий. Будь со мной. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда рядом, да! Yes! Аплодисменты зрителей могли бы быть. О-о-о! Потому что поддерживать, уважаемые зрители, игроков Инстаграм будет гораздо легче угадывать. Прошу, Валерий. Давайте еще раз браво. Давайте еще раз браво. Слушаем музыку. Валерий. Конечно, Вася. Конечно, Вася. Стиляга из Москвы. Да. Совершенно верно. Именно эта песня звучала. Выбирайте дальше. Еще есть браво? Еще одна. Хотите? Браво. Значит, получите. Поехали. Оксана. Ах, куда же смотрит школа? Девчонка 16 лет, действительно, куда смотрит школа, куда смотрят родители и даже Рано и Горано. Прошу, выбирайте. Браво нет уже, да? Браво нет. А маэстро это что? Маэстро, выберите, скажу. Тогда оркестровая яма. Тогда оркестровая яма. Итак, категория номер 2. Песни о музыкальных инструментах или о, допустим, оркестрах, а может быть, о квинтетах инструментальных. В общем, о всем том, что связано с музыкальными инструментами. 50 рублей. Слушаем музыку. Прошу. Я? Да, конечно. В городском саду играет? Духовой оркестр, совершенно верно, да. Именно эта мелодия звучала. Отлично. Антон, а почему это вы забываете, в отличие от Валерия, аплодировать Оксане? Красивые женщины, да, этого не прощают мужчинам. Игры. Я не могу. По роду своей деятельности, иначе у меня карточки упадут из рук. А вот, вы, пожалуйста, не забывайте. Оксана, прошу. Оркестровая яма. Оркестровая яма. Остаемся в этой категории. Слушаем дальше. Да. Бей барабан. Бей барабан, совершенно верно. Ну, конечно, именно эта музыка звучала, уважаемые игроки. На этом второй тур заканчивается. Пришло время посчитать цыпляток. И вы знаете, Оксана, вы знаете, финальным финишным спуртом Антон вас обгоняет. Он влетает в двойку тех игроков, которые уйдут в третий тур. Вы, к сожалению, покидаете нашу программу. Но перед тем, как вы ее покинете, вы еще раз одарите меня своей замечательной улыбкой. Нет, меня, пожалуйста, Оксаночка, меня. А зрители вам за это поаплодируют. И поаплодируют горячо. Огромное спасибо, Оксана. Но, тем не менее, всего доброго. Валерий, Антон, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Итак, третий тур тоже не за горами, как до этого был второй тур. Будем ждать, будем смотреть телевизор и не отвлекаться ни на какие штучки-дрючки. Спонсор программы – компания «Дэу Электроникс». «Дэу» знает толк в холоде. В холодильнике «Дэу» никогда не бывает инея, а свежий воздушный поток охватывает продукты сразу со всех сторон. «Дэу» – да, отличная еда. «Дэу» знает толк в холоде. Игроки, игроки, встаньте передо мной, как конь перед стеной, друг другу лицо, ну а ко мне остальными частями тела, и тогда обязательно начнется третий тур нашей программы. Итак, игроки, выполняя мое приказание, требование, колдовство, появляются в студии. Сейчас мы начнем, пока давайте им поаплодируем. Добро пожаловать, игроки, прошу вас на ваши игровые места, и мы начинаем третий тур незамедлительно. Уважаемые игроки, вы в третьем туре, первый, второй пройдены, про них можно забыть, думайте только о будущем, о грядущем. Лидером по итогам первых двух является Валерий, у него 562 рублика, это больше, чем у Антона на энное количество рубликов. Валерий, вам начинать после моей подсказки. Подсказка номер один. Песня о симпатичной домоседке. Прошу вас, вы начинайте. Антон, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я угадаю ее с 6 нот. Угадывай. Угадывайте, Антон, песню о симпатичной домоседке. 6 нот, слушаем. Валерий догадался, а Антон будет отвечать, а зрители молчат, как будто воды в рот набрали или какого-нибудь лимонада. Прошу, Антон. К сожалению, времени нет на размышления здесь. Кабаре, дуэт, академия. А песня называется? Тома, Тома. Выходи из дома! Тома, Тома, я скучаю, Тома. Конечно, 1-0 в вашу пользу, Антон. Внимание, подсказка номер 2. Песня о видении всего в одном цвете. Прошу вас, Антон, вы начинайте. Я рискну угадать.
эту мелодию с 7 нот. Я ее угадаю с 5 нот. Угадывай. Угадывай песню о видении всего в одном цвете. 5 нот слушаем. Оранжевое небо. Оранжевая мама, оранжевое солнце, оранжевый верблюд. Да, совершенно верно, 1-1. Подсказка номер 3. Песня о даме сердца со странностями. Прошу вас, Валерий, вы начинайте. С какими? Не указывайте. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я угадаю ее с 6 нот. Адаме угадывай. Адаме угадывай песню «Адаме сердце со странностями» с 6 нот. Слушаем. Они прозвучали. Антон, немедленно отдайте мне ответ. Прошу вас. Раз, два, три. К сожалению, времени у вас нет. No, странная женщина, странная женщина, странная. Сейчас становится 2-1 в пользу Валерия. Подсказка номер 4. Песня о загородной тишине. Валерий, прошу, начинайте. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я угадаю с 6. Угадывай. Угадывай песню о загородной тишине. 6 нот слушай. Подмосковные вечера. Не слышны в саду даже шорохи. Даже совершенно верно. 2-2. Внимание, подсказка номер 5. Песня юных организованных пролетариев. Антон, прошу. Я угадаю эту мелодию с 6 нот. Угадывай. Угадывай песню юных организованных пролетариев с 6 нот. Удачи, слушаем. Взвесить кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Еще становится 3-2 в пользу Антона. Валерий, я прошу вас, не расстраивайтесь, пожалуйста. Ну, проиграли, ну что поделаешь, игра есть игра. Но ведь это же весело, это было азартно. Вам аплодируют все зрители. Все вам, и вам, и вам, и только вам. Валерий, позвольте еще в память о вашем замечательном участии в нашей программе вручить вам еще на память приз. А спонсором нашей программы компании «Део Электроникс» эту микроволновую печку вам на память. Еще раз спасибо огромное, еще поаплодируем, уважаемые зрители. Валерий, всего доброго, до свидания. Антон, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. И через несколько мгновений суперигра. Антон вырывается, вырывается в финал. Отлично играет, значит угадает все 7 мелодий. И за 30 секунд. В конце сезона игр 1996 года наша программа проводит турнир звезд. Турнир лучших игроков программы «Угадай мелодию». В списке призов квартиры, яхты, автомобили, все, что в вашей душе угодно. Выберите своего любимчика и напишите нам. Обязательно укажите дату эфира и имя наиболее понравившегося вам участника. Наш адрес 127-300, улица Академика Королева, 12, телекомпания «Вид», программа «Угадай мелодию». И если вы это сделаете, я уверен, что ваш фаворит окажется в нашем турнире звезд. Черной магии с последующим разоблачением. Топор, топор, сиди как вор, и не выглядывай в обзор. Видите, игрок даже не думает появляться на нашей площадке. А сейчас я говорю, пила, пила, лети как стрела. И он появляется незамедлительно. Это не потому, что там какой-то человек нажимает кнопку и крутится моторчик. Просто это притягательность нашей супер игры программы «Угадай мелодию». Антон, добро пожаловать. Я поздравляю вас, вы финалист, вы уже победили нашей программы. Только вам будут в финале аплодировать все зрители мира, которые, естественно, смотрят нашу программу. Что итак, у вас 537 рублей, не самый большой счет. Сейчас будем приумножать. Еще раз желать победы нашему финалисту Антону Катаеву. А дальше будем угадывать. Правила вам известны? Готовы? Да. Поехали. Ну, грех не отгадать песню про себя. А как называется? Антошка! Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Совершенно верно. Дальше. Следующее. Не теряйте много времени, Антон. Время бежит, пока вы не нажмете кнопку, время не остановится. Дальше. Следующее. Следующее, дальше. Ничего страшного. Дальше. Дальше.
Сейчас. Сейчас. Антон, времени мало. Пропустим. Пропустим. Дальше. Да. А музыка звучит. А музыка звучит, совершенно верно, да. Не волнуйтесь, время еще есть. Дальше. Следующая. Следующая. Дальше. Чао, дорогой. Чао, чао, дорогой, совершенно верно. Итак, нам нужно вернуться к мелодии номер два. Угадываем ее практически моментально. Эту мелодию вы знаете. Слушаем. Да, вся проблема. Слова. Я подсказал. Небоскребы, небоскребы, нет. Нет, это не небоскребы, Антон, к сожалению. Давайте дальше. Дальше. Next. Следующее. Антон, да вы знаете ее, конечно. Хорошо, дальше. Вот бы вспомнить. Дальше. Да. Еще оркестр не зазвучал, но он сейчас зазвучит. Ну, что это за песня? Антон. Про ребят. Ну, ну. Здравствуйте, ребята. К сожалению, оркестр уже звучит. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Антон, ну так случилось, просто перестали вспоминаться мелодии, но тем не менее, вы все равно вышли в финал. Вы все равно стали победителем нашей программы, поэтому вам аплодируют все зрители. Позвольте на память о вашем участии в нашей программе. Пускай не до конца удачном, но хорошем, отличном участии. Вручить вам на память приз. Программа компании Deo Electronics дарит вам этот видеомагнитофон. Он теперь ваш. Это все вам, Антон. Это все вам аплодисменты зрителей. Их улыбки, их спасибо за неплохую игру. Прошу вас, зайдите на подиум, Антон. Вы покидаете нашу программу, несмотря ни на что. Победителя выговорил. Это сложное слово. Да, действительно, не очень удачная суперигра. Но что поделаешь? Что поделаешь? Ну так бывает. Но значит, следующий игрок придет и вот такими легкими нажатиями пальчиков расщелкает все. Секунд за 7-8, ну за 12 точно. Я прощаюсь с вами, будем ждать этого момента. Пока.